Всем доброго времени суток, мои уважаемые зрители. С вами, как всегда, Видеотекарь. Мы продолжаем играть в Дибидишечку за охотницу. Так, судя по этой карте, если я вот так вот резнулся и смотрю, соответственно, на здание, значит, сурвы где-то здесь. В этом я практически уверен. Здравствуйте. Молодец. Не понял. Так, все, забить. Так, два, читер. Все, до свидания. У меня все максимально просто. Не знаю, ребят, как вы считаете, но я считаю, что два читачок. За него я тратить время не буду. Это называется планетофобия. На игроков с планетками у меня аллергия. А вот это вот. А это аллергия у меня на этот долбанный бред, блин. Прошлый интерфейс мне больше нравился, когда аддоны были более крупные. То, что они в бок убрали, это какой-то закос под мобилку. Так, надо собрать сразу. Блин! Спасибо. Почему я одного Двайта вижу, я понять не могу. А где эти? А вот они. Да что ж ты будешь делать, а? Возможность хватать угрюка мы заблокируем, уберем, но при этом абсолютно
бездарную, абсолютно бессмысленную, абсолютно ненужную в игре особенность, то что сурвы, упираясь в текстуры, ускоряются, мы оставим. Мы в этом не видим никакого... никакой проблемы. Абсолютно. Это для нашей игры, это нормально. Опять Дуайт. Смотри, какое. Это понятно. Или нет? Хорошо, успел. Успел, успел, успел. Осколок, наверное. Вот поэтому я всегда считаю и считаю, что в этой игре Нюрса единственный нормальный ман. Она единственная, вот это вот, не мучается, соответственно, за счет текстур лачуги и за счет, в принципе, текстур. Она просто на правую кнопку мышки жмет и улетает. Ее единственную нельзя вот так вот водить примитивно по текстурам.
И это бандевайт, то надо обязательно показать, где выход, естественно. А, он уже открыл. Пойдусь без твоих подачек, хотя как хочешь. Не отрицаю, может быть, мне и показалось, но в самом начале катки было такое ощущение, что он исчез. Потом подбежал абсолютно с другой стороны. Планетофобия, планетофобия. Поэтому сюда нажимаем, эксплойты. И сюда тоже нажимаем, естественно, тоже эксплойты. Куда ж, как говорится, без этого. До следующих серий, всем пока.